Несомненно, неделя коммерческой недвижимости – это большое событие на рынке коммерческой недвижимости. Эта площадка себя уже зарекомендовала. Она проходит 4-й раз. Все основные игроки приходят сюда. Это единственная площадка, наверное, такая, одна из немногих, которая у нас есть в стране. Форум привлекает очень серьезное внимание даже участников из других стран. Надеемся, что это даст очень большой толчок для взаимосотрудничества между нашими соседними государствами. Общение между как заказчиками, так и нашими, допустим, даже конкурентами, да, это всегда хорошо. Это помогает качественно развивать рынок недвижимости. Присутствие и участие акиматов, мэрий разных стран уже и городов. Очень важная часть. Пришли крупные девелоперы. Это большой показатель. На рынке коммерческой недвижимости очень много проблем. Без проблем не бывает. Проблемы – это нормально. Их надо выявлять и решать. Обсуждение многих точек зрения профессионалов приводит к такой истине, да, в рынке коммерческой недвижимости и не только. Очень рады участвовать на мероприятии, и очень довольны, потому что с года в год мы видим прогресс весь. Очень сильный состав спикеров. Это все делает эту площадку очень ценной для нас. Площадка, да, достигла огромных результатов тем, что вышла на государственный уровень. Форум позволяет выделить определенные часы, определенные дни, в которых ты погружаешься только в обсуждение тех или иных проблем и узнаешь от коллег на рынке, как они те или иные проблемы решают. Рынок, ну, я думаю, что в нашем сегменте становится более или чуть-чуть жестче. Но конкуренция, она всегда положительна для потребителей, это самое главное.